Кого мы спрашивали? Мы хотели через школу вовлечь местных жителей, чтобы узнать, пользуются они лесом или нет, и небезопасность, и какие-то нежелательные элементы, которые присутствуют в лесу. У тех, кто лесом пользуется, мы спросили, что вы делаете в Иркутско-Амитевском лесу. Популярным самым ответом были прогулки. Встал вопрос о том, нужна ли здесь дорога, если мы будем разрабатывать комплексный целостный парк, и его будет посередине резать эта связь транспортная. Поэтому мы обратились к разработчикам генплана Казани, это Институт НИИ генплана Москвы, которые в рамках своей работы над генпланом города разработали транспортную модель всего города. То есть у них есть компьютерная модель по потокам, по транспорту, как общественному, так и личному, которая показывает ситуацию всего города. Мы их попросили сконцентрироваться вот на этой территории и просчитать при развитии здесь парка, при развитии вот этой территории, которая, как мы знаем, в районе мясокомбината будет застраиваться комплексно жильем, при развитии территории в будущем, которая заложена в генплане и закладывается в новом генплане, развитии территории района Адель-Купуя, нужна ли будет нам эта связь, чтобы все вот эти потоки, которые будут генерироваться этими новыми центрами притяжения, у нас не встали вот здесь и не парализовали нам все вот это ядро, все вот это движение. Действительно, как сказал Тимур, и Надежда, у нас было очень много встреч с экспертами, с другими фокус-группами, которые помогли нам выявить основные сложности. На территории огромное количество санитарных зон, санитарных разрывов, трубопроводов, от которых тоже есть разрывы, охранные метры. И их мы обязаны были учитывать. Именно поэтому мы размещали наши основные объекты функциональные в тех местах, в которых мы их разместили. Отдельной проблемой является ливневая сточная канава, которая на сегодняшний день засорена и образует большой широкий овраг, в котором естественным образом скапливается весь мусор, шины. И весной, и осенью по нему невозможно пройти. Прежде всего лес. Мы сохраняем именно лес. Мы не пытаемся построить новый парк на существующем пустыре.